Шубы на любой вкус и кошелек. Пятигорская меховая ярмарка «Ангелина Сэм» вновь в Магнитогорске. И готова побаловать милых дам скидками и новой коллекцией. Подробности далее. Мягкие и элегантные, классические и экстравагантные. Шубы из норки, лисы, бобра и мутона представляет пятигорская меховая ярмарка «Ангелина Сэм». В коллекции более 1000 моделей от 38 до 70 размера. Очень актуальна отделка пушнины. Это либо куница, либо чернобурка. Очень модно в натуральных цветах, не крашеных, пастельные, светлые тона. А для любительниц выделиться из толпы большой спектр ярких оттенков. Бордовый, изумрудный, сапфировый. И все это по приятным ценам. Бобер от 15 тысяч, лиса от 40. Все из натурального канадского или скандинавского меха. Сейчас проходят у нас хорошие акции. Мутоновую шубу можно приобрести от 10 тысяч рублей. Норковую шубку можно приобрести от 50 тысяч рублей. А еще у нас и действует акция обмена. Принеси старую шубу и получишь новую с вашей доплатой. Предоставляют рассрочку на 36 месяцев без первоначального взноса и переплат. В качестве изделия покупатель может убедиться лично. Все шубки имеют чип с информацией об изделии. Есть еще одна хитрость. Стоит приподнять подклад, открыть и посмотреть кожевую. Кожевая должна быть мягкая, эластичная и не шуршать. Выбрать шубу можно уже сегодня. Пятигорская меховая ярмарка «Ангелина Сэм» будет гостить в Магнитогорске до 3 ноября включительно. За покупками ждут во Дворце спорта имени Рамазана с 9 до 19 часов. Мария Клименко, Антон Трофимов, информационная служба медиагруппы «Знак».